Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Нет, вы серьезно? Вы считаете, что Хемингуэй, ну, помимо своих книг, был известен только тем, что много пил? Ну, да. А, ну еще он был заядлый кошатник. Да, точно. Я читал. Это правда. Кошек у него было 57. Так кто он, по-вашему, автор «Старика и моря»? Петя? Ну, он жил на Кубе, писал книжки. Кубинский писатель. Хорошо, молодец. А еще он воевал, ассистировал матадорам, занимался боксом, охотился на львов и акул. Вряд ли бы он писал то, чего не понимает и не чувствует. Так вот скажите теперь, кто он, автор «Старика и моря»? Заядлый кошатник и пьяница? Настоящий мужчина. Кстати, хороший вопрос. Кто он, настоящий мужчина? Ну, он должен быть красавцем, богатым и успешным. А для вас, Верочка? Для меня? Угу. Ну, я даже не знаю, я давно перестала идеализировать мужчин. Скажу так. Каждая женщина выбирает своего мужчину по одному простому критерию. По какому? Хочет ли она от него ребенка? Если женщина видит, что мужчина готов стать отцом ее детей, то это решающий фактор. Итак, вернемся к Хемингуэю. Его герой идет вперед, несмотря ни на что. Он лезет в горы, он плавает в шторм, он курит, пьет. Это не какой-то там слабак, который рюкзак поднять не может. А вообще-то это круто. Адреналин, виски, вязаный свитер. Я тоже так... Я не поощряю пьянство. Ну, а если я в душе писатель? Только котики. Вы вели себя недопустимо. Это был урок литературы или номер стендап-комедии? Я не знала, что чувство юмора – это плохо. Вы поощряли пьянство перед учениками. Да боже упаси! Я тоже осуждаю Хемингуэя. Как он мог вообще? Верочка, только не надо нам дерзить. Вы слишком много на себя берете. Вы отклоняетесь от программы. Вы уходите в какие-то ненужные рассуждения. Я просто учу ребят думать, а не зубрить учебник. А вы не думаете, что вы их распустили? Они там принимают вас за подружку. Может, вы еще с ними... В соцсетях дружите? Да, представьте себе, дружу. Их лайки никак не влияют на оценки. Федор Степанович. Насколько я знаю, Вера Васильевна, это у вас не первый случай. В школе уже разговоры ходят. Да какой случай? Это был обычный урок. Вот, именно. Это вошло у вас уже в привычку, так сказать, в норму. Да поймите вы. Педагогика основана на том, что учитель является простым транслятором знаний. А ученики должны эти знания принимать. А как же Конфуций?
что Конфуций? Ну как же? Скажи мне, я забуду. Покажи мне, я что-нибудь запомню. Вовлеки меня, и я пойму. Педагогика сотрудничества. А вы, извините, застряли в прошлом веке. Я бы попросила большего уважения к нам. Да, Вера Васильевна. Я смотрю, вы не только с учениками разучились общаться. Простите, я не хотела вас обидеть. Надеюсь, вы сделаете выводы. Нам не нужна распущенность в коллективе. Докатились. Ученики зовут тебя Верочкой. Спасибо, Марина Степановна. Да, мам, ну что здесь такого? Что такого? Между учеником и учителем должна быть дистанция. Я никогда себе такого не позволяла, и ты не будешь. Ты меня услышала? Хорошо. Этого больше не повторится. Хорошо. А то Марина за тебя волнуется. Ты откололась от педсостава. Исправлюсь. Обещаю. Ты помнишь про день рождения директора школы? Сегодня вечером в ресторане в 7. Мам, я его видела и не помню, чтобы он меня пригласил. Марина сказала, приглашали всех. А ты, как обычно, не слушала? Мам, ну я не хочу идти. У нас сегодня с ним был неприятный разговор. Вот именно потому, что он был, ты пойдешь и извинишься. Наденешь зеленый костюм. Но мне не идет. Все тебе идет. Друзья, хочу сказать вам всем огромное спасибо за прекрасный вечер. Я очень рад, что в нашей школе такой дружный коллектив. Мы как одна большая семья. Вы знаете, я очень это ценю. Это большая. Кстати, про семью. Это дорогого стоит. А где его жена? Ну, видимо, снова в командировке. Я за свои годы много где поработал. Должно быть, это нелегко в ее годы. Самолеты, гостиницы. Я уверен, что каждый ученик нашей школы чувствует всю вашу любовь, внимание, заботу. Хочешь быть зам руководителя директора департамента науки и образования? Я знаю, как поработать с этими детьми. Полюбишь. И гостиницы, и самолеты. Должен сказать, что вы все отлично справляетесь. Поэтому, дорогие мои коллеги, за вас! За вас! За вас! Давайте и вам Федор Степанович, я бы хотела извиниться. Сегодня я была... Я очень рад, Верочка, что вы все поняли. Позвольте? А, конечно. Извините, я не плохо танцую. Давно мечтала потанцевать с такой молоденькой, красивой девушкой. Я прошу прощения еще раз. Вы, наверное, правы. Мне стоит пересмотреть отношение к ученикам. Вера, вы замечательно выглядите. Вам так идет зеленый. Какой стыд. Вера Васильевна. Что? Вас ждет администратор ресторана. Кто ждет? Зачем? Увидите. А вы уверены, что именно меня ждут? Вас? Пойдемте, я провожу. Спасибо.
Федор Степанович? Что случилось? Вы меня звали? Да, Вера. Проходи, надо поговорить. Я давно хотел сказать. Ты прекрасна. Ты дивный цветок. Ты же чувствуешь между нами эту искру. Я давно заметил. Все наши мужики об тебя зубы пообломали, но со мной все будет иначе. Простите, я не понимаю. Зато я все прекрасно понимаю. Федор Степанович! Нам обоим это нужно, девочка. Прекратите, хватит! Это все равно моей любовь. Ах ты ж сучка! Не подходи, убью! Зря ты так. Ой, зря. Иди. Иди. Как все прошло? Нормально, мам. Спокойной ночи. Я не буду увольняться по собственному желанию. А зря. Это было хорошее предложение. Можно сказать, рука помощи. Дружеский совет. Но мне нравится там работать. Я люблю свою школу, учеников. Продолжай. Кого ты там... еще любишь? Вы все не так поняли. У меня с вашим мужем ничего не было. И быть не могло. Для меня женатые мужчины табу. Хватит. Кто оправдывается, тот обвиняет себя. Помнишь, откуда это? Стендаль. Красное и черное. Хотя бы свой предмет ты знаешь. Златочка, отнеси журнал учительский. Хорошо. Верочка, на целых 3 минуты. Это еще не повод для увольнения. Здравствуйте. Доброе утро. Стендаль, между прочим, был материалист и атеист. Знаете, что он сказал? Бога может извинить только то, что он не существует. И Ницше сразу умер от зависти, что не он это придумал. Его настоящее имя Анри Бейль. Кстати, он дружил с Байроном. Они были даже чем-то похожи. Оба дерзкие, такие смелые, независимые. Извините за вторжение, Вера Васильевна. Ну вот, уважаемая комиссия из Горано. Дети, садитесь. Комиссия из Горано хочет поприсутствовать у вас на уроке. Вы же не против? Нет, конечно. Проходите. Прошу вас. Вы можете продолжать. А вы знаете, что он ненавидел больше всего? Подлость. Подлые люди, они ничтожные, мелкие. Плевать хотели на нравственность. Прелюбодеяние. Это то, что они совершают постоянно.
касается любви, для Стендаля это страсть, связанная с риском. Только по-настоящему смелые, страстные люди способны на такое чувство. И самый страшный грех – предать эту любовь. На сегодня все. Урок закончен. Уже? Да, ну что, ребята, идем. Что это? Заявление. От 10 родителей учеников вашего класса. Они недовольны вами, как педагогом и классным руководителем, и требуют отстранения. Они считают, что вы, Вера Васильевна, не тому учите их детей. Дети стали неуправляемыми, рассуждают на щекотливые темы, считают себя взрослыми, спорят. Мы предупреждали вас, Вера. Хорошо. Я напишу заявление по собственному желанию. Но вы, Федор Степанович, трусливый подлец. Вера! Привет. Привет. Ну, вот решил зайти поговорить. О чем? Ты извини, я не могу позвать тебя в гости. А, нет, ничего, не беспокойся. Вера, с тобой поступили несправедливо. Ты прекрасный педагог. А я чувствую себя козлом, который все это допустил. Миш, ты не виноват. Что там за история с директором? Я, как обычно, ошиблась в человеке. А. Значит, просто сплетни. А я должна оправдываться? Нет, нет, не должна. Я тебе верю. Я всегда тебе верил. Спасибо. Представляешь, у него учительница ушла в декрет. Освободилось место. Завтра выхожу на работу. Мам, ну ты что молчишь? Ты рада? Работе. Не будет мешать ваше прошлое? Нет, мам, не будет. У него давно уже другая жизнь. Присаживаемся. Меня зовут Вера Васильевна. Я ваш новый педагог по зарубежной литературе. Ух ты! Прям Васильевна. Огонь! А что смешного в моем отчестве? Просто не вяжется к вашей прекрасной внешности. Будем обсуждать мою внешность? Ну, что тут обсуждать? Вы очень красивая женщина. Спасибо, мне приятно. Но у нас здесь не конкурс красоты. Не любите комплименты? Не люблю, когда меня перебивают. Ну так привыкайте, у нас тут свобода слова. Да, мы очень прогрессивный лицей. Супер! Ну что, ваше прогрессивное общество еще не разучилось читать? Нет, не разучилось. Стефан Цвейк. Стефан Цвейк.
Ну что, поговорим о его жизни и творчестве. Началось. Нормально же общались, Вера Васильевна. Прости, как тебя зовут? Игорь. Игорь, очень приятно. Будь любезен, посмотри на доску. Я понимаю, что для тебя это случайный набор букв. Но для меня это любимый писатель. Так писать о любви может только он. Он чувствует женскую душу. Я уверена, что многие из вас найдут ответы на свои вопросы. Вы нашли? Да. Был у меня в жизни период, мне было примерно столько же, сколько и вам. И мне сделали больно. Именно Цвейк привел меня в чувство. Итак, Стефан Цвейк. Автор пьес, романов, стихов. Билетаризованных биографий. А пока Игорь гуглит фразу «билетаризованные биографии», мы поговорим о новелле Цвейга «Смятение чувств». Да, Игорь, это именно то, что ты сейчас испытываешь. Кстати, знаете, как Стефан Цвейг ушел из жизни? Он принял яд вместе со своей женой. И они умерли, взявшись за руки. Спасибо, хорошо. Ира? Ты? Ты что, у нас работаешь? Я так понимаю, Миша тебе ничего не сказал? Да, я теперь с вами. А ты здесь зауч. Какой он дал тебе класс? 11-й А. Там учится моя дочь, Кристина. Я еще не со всеми успела познакомиться. Если честно, я не совсем понимаю, как мы будем работать вместе. Ты сомневаешься в моей компетенции как педагог? Сомневаюсь в твоей порядочности как женщины. Мне казалось, это твоя слабая сторона. Не забывай, что я единственная, которая знает о тебе всю правду. Ты мне угрожаешь? Ты поклялась. А знаешь, кто еще поклялся? Миша. Мне. И в горе, и в радости. Если из-за тебя он нарушит эту клятву, я тоже молчать не стану. Просто имей это в виду. Угадай, кого я сейчас встретила в учительской. Подсказка. Первая буква «В». Увидели, значит? Увиделись. Спасибо за сюрприз. А тебе не пришло в голову посоветоваться со мной? Со своей женой? А почему я должен советоваться? Ира, я директор, это мое решение. И потом, Вера нас очень выручила. Посреди учебного года найти хорошего, свободного педагога – это практически невозможно. Мог бы поискать для порядка. Я искал. Уровня нашего лицея никого нет. А на уровень? Ну, перестань, ты же сама знаешь, что да. Мне нужно о чем-нибудь волноваться. Ира, все давно в прошлом. Ты зря себя накручиваешь. Хорошо. Пусть так.
Не задерживайся сегодня. На ужин котлеты. Учись. Вера Васильевна, вас проводить? Ну надо же. Ты запомнил мое отчество? Мы с вами как-то не так начали. Был неправ. Вспылил. Обязуюсь исправить и скупить точка с запятой. Извинения примут. Но хамство я не терплю. Но Буковский с вами бы поспорил. Я не хам. Я бунтарь и романтик, да. Последний? Кто последний, не понял. Романтик, последний. Так, ясно. Записывай. Ремарк «Три товарища». Читать. Срочно. Понял. Сегодня же начну. Я рада, что ошиблась тебе. Я думала, ты высокомерный, пустой. Хотел сказать, я полный, но это тоже глупо прозвучало. Дружище Бальзак. Мне вот, кстати, из писателей Бальзак ближе всех, с его любовью к зрелым женщинам. Очень хорошо это понимаю. Бальзак, значит? А вы знали, что Бальзак использовал зрелых женщин как источник информации? Да, он изучал психологию женщин, а потом использовал это в своих романах. Интересная версия. Спасибо, что проводил. Мне было очень интересно с тобой общаться. Мне с вами тоже. До завтра. До завтра. Пока. О, привет. Тебя что, ученик до дома провожал? Да, что? Мам, мы с ним просто болтали, он очень хороший мальчик. Так ты теперь с учениками шашни крутишь? И ни с кем шашни не кручу. Я помню про дистанцию. Это хорошо, что помнишь, а то вылетишь опять с работы за аморальное поведение. Нифига себе. Это мне? Да, разбежался. Учитесь, салаги, как за бабами ухаживать надо. Красава. Доброе утро. Доброе утро. Вера Васильевна, это вам. Спасибо. Но сейчас вроде не 1 сентября. Так 1 сентября вас с нами еще не было? Так сказать, компенсируем. Примите в знак нашего глубочайшего уважения. Да, ребят, приветствуем нового классного руководителя. Ура! Спасибо. Куда бы это поставить? Я сейчас принесу вазу. Спасибо, Кристина. Ребят, спасибо большое, мне очень приятно. Я надеюсь, мы с вами подружимся. Тебе, никогда не знавшему меня. Письмо незнакомки считается одним из лучших произведений Цвейга. Про что оно? Про самоотверженную любовь женщины. Думаю, каждый из вас кого-то любил. А может быть, сейчас любит. Что вы, не нужно этого стыдиться. Гораздо хуже, когда в сердце одна пустота. А вы кого-то любите? Да, любила. Но это уже закрытая книга. А вообще, женщина начинает себя чувствовать женщиной только когда рядом появляется мужчина. Или, вернее сказать, мужчина ее жизни. Так и с нашей героиней.
В ее жизни появился мужчина, которого она очень-очень сильно любила. Родила ему сына, которого он так и не увидел. Потом она умерла. А он что? Он даже ее не вспомнил. Так вот, вам не кажется, что героиня – это идеальная женщина глазами мужчин? Ну а что? Она все делает сама. Сама пришла, сама родила ребенка, сама решает свои проблемы. Мужчине даже включаться не нужно. Вот в точку, вообще да. Сама бежит по первому свистку, готова к свиданию. Правильно, и мозг не выносить. Так вот вопрос. Кем, по-вашему, могла бы быть героиня, если перенести события в наше время? Чокнутой фанаткой? Как обесценился образ героини, а ведь у нее чистая большая любовь. Фанатки тоже так считают, что у них все по-настоящему. И цветы шлют, и рожают от звезд, а потом на ток-шоу ходят. И что, актеры должны всех в лицо помнить? Значит, ты на стороне героя, да? А как же бедная несчастная девушка, тебе не жалко? Сама виновата. В чем? В том, что полюбила? В том, что настолько в нем растворилась, что забыла о себе. Гордость надо иметь. А я ее очень хорошо понимаю. Зато у нее была такая любовь. А он теперь пусть локти кусает, что упустил такую женщину. Какую? Проститутку? Видимо, она и шлюхой была так себе, раз он ее не запомнил. Яркую женщину невозможно забыть. А я, пожалуй, соглашусь с Кристиной. Осуждать женщину легко. Женщина, конечно, строит свою жизнь сама, но кто-то всю жизнь ждет его звонка. Кто-то обрубает телефонный шнур в надежде, что станет легче. Я не знаю, что лучше. Встретить такого героя, который перевернет твою жизнь, разбудит тебя. И пусть уйдет, пусть забудет, пусть останется шрам на всю жизнь. Но была настоящая любовь. Или прожить спокойно, без ссор, потрясений. Я не знаю. Итак, класс, домашнее задание. Альтернативный финал новеллы. Как вы ее видите? Чувак! Чувак, зачетный моцик. Здоров. Дашь покататься, понял? Разбежался. Офигеть. Да ладно, я же аккуратно. Ну что, видели, как она на нее смотрела? Альтернативный финал, как вы его видите? Запала на меня, как кошечка. Она училка. А ты кто? Ответишь за базар? А че я? Ты отвечай. Ты же нам тут затираешь про вашу любовь. Ага. Но я не говорил, что у нас уже любовь. Я сказал, что она будет моей. По итогу. Пофигогу. Свистишь, как дышишь, а дышишь часто. Я не понял, а что за предъявы? А то! Задолбали уже твои понты. Ой, баба. Ой, моцик. Да ты без бати своего, ноль без палочки. Ни моцика, нифига. Чего к моцику прицепились? А то! Ставь моцик на кон. Точняк, отбей. На какой кон? А мы с тобой зарубимся на веру. Будет твоя, окей. От нас респект и уважуха. А если гон, ну так отдавай моцик. Больные, что ли? А ты зассал. Зассал. Ну, зассал. Давай, разбей. В любви нет ничего прекрасней, чем эти тихие мгновения, полные смутных, легких мечтаний. Приятно, что ты цитируешь Цвейга. Это вы меня еще на турнике не видели. Я очень разносторонний. Доброй ночи. Вряд ли я теперь засну. Надеюсь, вы мне приснитесь. Спокойной ночи, Вера. Так
Сашка. Нет, что бы ты ни говорил, ну классно, серьезно. О, смотри, швабра наша. Ну что, написала работу по свадьбе? По альтернативному финалу? Да. Дай гляну, вдохновлюсь. Тебе не понравится. Почему? Там хэппи-энд. Крис, какой нафиг хэппи-энд? Они у тебя что, в финале женятся? Да. Я бы так хотела, чтобы у меня было. Да я бы тоже очень хотел, чтобы у тебя было. Да ладно, Крис, ну просто смотри, какой казус получается. Лёх, ты же у нас давай. Мечтаешь о большой чистой любви, так? А что? Да ничего, так. Сиськи-то не выросли еще. Ну что ты, да я шучу, ну, ты же лучшая ученица, а всем лучшим когда-нибудь поставят бюст. Ну, правда, тебе, скорее всего, доску мемориальную. Красава, доску мемориальную. Кристи. Не позволяй вытирать об себя ноги. Давай отпор. Я не могу. Не умею. Учись. Я же не вы. Вы смелая. Ну, знаешь, я раньше тоже такой не была. Жизнь меня закалила. Я тут у тебя в тетрадке нашла твои стихи. Кристин, ты очень талантлива. Можно? Я люблю, как звучит твое имя, как твой голос мне шепчет ночи. Я с тобой, любимая. В любви не бывает точки. Они еще не готовы. Они великолепны. Ты меня напугал. Я не хотел. Мне не нравится твое поведение. А что не так? Так хорошо общались. Нам ведь интересно друг с другом. Игорь, я твой учитель. Это моя вина, видимо, я где-то совершала просчет. Отныне между нами будет дистанция, как и положено, между учеником и учителем. Можешь идти. Как тебе ваша новая классная? Очень хорошая. Внимательная. Стихи мои похвалила. Какие стихи? Ты мне стихов не показывала. Она случайно нашла в тетрадке. И что?
Мне ты не покажешь. Ира, захочет, покажет. А что так? Ира, ей что, ближе? Или мать у вас не поймет? Мать у вас плохая? Там про любовь. Ну что ж, любовь, ты прекрасна. Спасибо, что сказали. Привет. Привет. Ты не заходишь, я хотел спросить, все ли в порядке. Как новый класс? Все хорошо, спасибо. Вера, ты совсем не изменилась. Я очень скучаю по тебе. Я все время думаю о тебе. Ты мне снишься до сих пор. А ты? Ты думала обо мне? Нет. Я тебе не верю. Миш, сейчас уже все по-другому. Извини, мне пора на урок. Хемингуэй писал: человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но не победить. Это главные слова повести «Старик и море». То есть жизнь – это борьба. Нет, жизнь – это боль. Старик победил рыбу, себя, старость, слабость своих рук. Он вышел победителем. Неудачником он вышел. Рыба-то сдохла. Но это же не сломило старика. Он ощущает себя частью природы. Он знает, что даже в море человек не бывает одинок. И он говорит: рыба, я с тобой не расстанусь, пока не умру. Это же надо было так обдолбаться. Может быть, ты сам проведешь урок? Пожалуйста, мы тебя послушаем. А я не вижу смысла обсуждать плагиат. Плагиат? Это труд всей его жизни. Хорошо. В 1936 году в журнале Esquire вышел очерк про кубинского рыбака Григория Фуэнтеса, который вышел в море, несколько суток сражался с большой рыбой, а потом эту рыбу сожрали акулы. Ребят, вам это ничего не напоминает? Да-да-да. Какой нафиг труд всей его жизни? Это обыкновенный ворюга. Пробухал себе весь мозг, своего ничего не смог придумать, так стырил сюжет с чужой статьи. Ой, а вы что, этого не знали? Так, может быть, вы не так хороши, как думаете, Вера Васильевна? Может, вам нужно на курсы повышения квалификации, а? Все, для меня урок окончен. Игорь! Родители в школу! Сегодня же. Да легко. Привет, пап. Так, у меня только 20 минут. Куда идти?
Я умоляю, прикрой меня, пожалуйста. Что случилось? Там пришел отец Игоря Диденко. И? Скажи ему, что меня нет. Пожалуйста. Должна будешь. Здравствуйте, я отец Игоря Диденко, меня вызывали. Да, здравствуйте. Вызывала не я, но поговорить вы можете со мной. Я заведующая учебной частью. Отлично. Николаевна, пройдемте, пожалуйста. Присаживайтесь. Класс руководитель Игоря отпросилась. Состояние здоровья, так что... Игорь что-то натворил? Ну, вообще-то, поведение Игоря оставляет желать лучшего. Он хамит, не слушается, не выказывая должного уважения. Двоих много? Что? Ну, учится как. Журнал откройте, будьте любезны. Ну, с успеваемостью у Игоря очень неплохо. То есть оценки хорошие? Да, но... Простите, я тогда не понимаю, в чем проблема? Игорь умный парень, хорошо учится. А все остальное это ваше дело, как педагогического состава. Ну что, пообщались? Не было твоей учительницы, заболела. В смысле? Завучем побеседовали. Вера Васильевна! Пап. Да, она хотела с тобой поговорить. Заболела она. Значит, вы здесь, это вы? Я. Здравствуйте. Вадим, отец Игоря. Вера... Васильевна. Вера Васильевна, скажите, пожалуйста, а это у вас в порядке вещей вот так людей без повода дергать? Ой, я не... Вы отнимаете мое время. Я бросаю дела. Я срываюсь с объекта. Ради чего? Да, простите, я... Вы педагог? Так воспитываете молодежь. Это же ваша работа. Если вы с ней справляетесь, ну, может, стоит поискать другое занятие, да? Да, конечно. Простите. Очень хорошо. Вера Васильевна.